Всем пламенный привет из деревни. В этом году, как известно, много снега. И вот мне стало интересно, сколько же на самом деле снега у нас в Курганской области. Я вот изготовил такую мерную палочку, прикрепил сюда остатки старой рулетки. Сейчас воткну в снег, и мы увидим, сколько же все-таки снега в сантиметрах. Втыкаю. Ну вот здесь вот я вижу почти 50 сантиметров было. Ну пускай палка чуть-чуть не достала до земли, но будем считать, что 50 сантиметров. Не так уж это и много. Ну а так в целом вы видите, что снегу по колено, то есть по ощущениям-то, конечно, его много. Ну и в каких-то регионах, может быть, и по метру снега выпало, но у нас вот такая вот ситуация. Я уже счищал снег с крыши сегодня. Снег, конечно, плотный, тяжелый, и если бы я его не счистил, то наверняка бы, может быть, крыша где-то деформировалась. В общем-то, когда зимой много осадков, то есть много снега, это для природы, в принципе, хорошо, так как наполнятся реки, озера, будет больше рыбы там, ну и прочее. Вообще, вода – это хорошо. Но единственное, не очень хороший момент – это то, что лесным зверям будет плохо. Потому что вот сейчас, вот, например, оттепель, даже вот с крыши начинает подкапывать. Но это будет плохо лесным жителям, косулям, кабанам, потому что появится наст, все равно потом будет заморозок, и появится такой плотный-плотный наст. Он уже есть, вот этот наст. И косуля, когда бежит, она обдирает себе ноги прямо в кровь. И очень много косуль наверняка погибнет в эту погоду. Ну вот такая вот суровая реальность. Но вообще уже весна наступает. Сейчас вот погода уже плюсовая. Идет что-то вроде дождя. То есть это вот уже реально первый дождь в этом году. И в общем-то настроение позитивное, весеннее. Хотя весна еще как бы календарно еще не началась. Но судя по погоде, раз уже идет капель, плюсовая температура, по погоде уже как будто бы весна. Так что все хорошо. Перезимовали. Встречаем весну. Всем пока.